21 августа президент Ильхам Алиев принял участвующую в проходящем в Баку глобальном форуме молодых лидеров делегацию, возглавляемую сопредседателем Международного центра Низами Гянджави Исмаилом Сирагиальдином. В ее состав вошли бывший президент Латвии Вальдис Затлерс, бывшие президенты Болгарии Русен Плевнелиев и Петер Стоянов, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший президент Израиля Далия Ицек, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин. На встрече были подчеркнуты постепенный рост авторитета Международного центра Низами Гянджави на международной арене, увеличение числа его партнеров, расширение направлений деятельности, состоялся обмен мнениями о дальнейшей деятельности центра. В ходе беседы было отмечено значение глобального форума молодых лидеров, проходящего в Баку.